Это Лев Кузнецов. Вы его знаете. Он сегодня един в двух лицах. Он сегодня звукорежиссер. И играть будет. И, надеюсь, говорить. За кружевом тени, считай минуты, пока со смятых простыней дворцовой смуты, как заговорщик немотой, сдавив подушкою, твой стих уходит в темноту Санкт-Петербургскую. Никем не узнан, не гони в пустой карете, плывет, как призрак, а за ним промозглый ветер кружит бумажною листовой на сгибах матовой и катит волны мостовой к ногам Ахматовой. Какой здесь нынче год и век, какое небо, ты слышишь этот город, ты видишь этот город сверх, уже не требует. Надежду всяк сюда невозвращенный, как не простивший никогда, как не прощенный, как тот, кого на сотню лет вперед обидели, кто, уходя, оставил след в твоей обители. Все платишь по счетам, еще не съехав, где дождь стекает по щекам, где дождь стекает по щекам на барельефах.